Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов оккупационной российской армии в городе Снежный Донецкой области. Кадры распространены в социальных сетях. Склад расположен в 20 километрах от российской границы и является самым большим в Донецке. С 2014 года Россия завозила туда огромное количество техники и боеприпасов. Уничтожение крупнейшего склада в Донецке является сильным ударом по оккупантам в Донецкой и Луганской областях.